21 сентября в актовом зале городской больницы номер 2 состоялся круглый стол по вопросам эпидемии туберкулеза среди лиц, проживающих со статусом ВИЧ. Инициатором мероприятия стала областная благотворительная организация «Клуб Светанок». На встрече присутствовали руководители медицинских учреждений города и Инакиевская организация «Общество Красного Креста». Основная задача, которую ставили себе организаторы мероприятия, наладить взаимоотношения между медицинскими структурами и общественными организациями. Также рассматривались вопросы о социальной адаптации ВИЧ-инфицированных и о неприятии таких людей обществом и даже врачами. Мы ее разделить на сознательное и ненасознательное население, те, которые идут на контакт, и те, которые замыкаются и в полнейшем нигилизме отрицают полностью любую заботу о себе и любое вмешательство в свою жизнь. Мы все знаем цифры, которые имеются среднестатистически, это до 12 лет без проявления СПИДа существует ВИЧ-инфицирование, если не получает лечение. Человек, получающий лечение, он автоматически получает возможность жить долго-долго и умереть не от СПИДа, а от какого-либо другого заболевания. Все присутствующие на мероприятии согласились, что отторжение обществом таких людей – явление, с которым необходимо бороться, ведь больные, зная, как их диагноз может быть воспринят окружающими, не спешат начать лечение.